Сегодня в Головинском суде столицы состоялось заседание по определению места жительства двух несовершеннолетних детей Агаты Муценицы и Павла Прилучного. Инициатором громкого иска выступил недовольный актер, который и по сей день не согласен с назначенными алиментами. В апреле Агате удалось отстоять иск, обязывающий мажора раскошеливаться по всей строгости закона. Однако Прилучный не сдается и ради экономии, кажется, уже готов на все. То, что Павел пытается отобрать детей у родной матери, вряд ли поспособствует его дальнейшей популярности. Выйдя из здания суда, Муценица попала в окружение журналистов. Поначалу на артистке не было лица, но понимая, что за ее реакцией будут следить очень многие, она все-таки попыталась взять себя в руки. Те, кто внимательно следил за убегающей к машине артисткой, оказались свидетелями небольшого срыва. Отнекиваясь от неудобных вопросов, измотанная мать сначала повысила голос, а затем обратила все в шутку. Без комментариев. «Не надо меня снимать. Чувствую себя американской селебой. Не снимайте меня. Отстаньте, отстаньте», — выдала Агата. Новость о запрещенном приеме, которым не побрезговал воспользоваться Прилучный, уже облетела соцсети. Большинство комментаторов встали на сторону матери Мии Тимофея. Досталось на орехи не только звезде в клетке, но и его жене Зипюр Брутян, которую назвали идейной вдохновительницей бесстыжего папаши. Зипюрка жадная оказалась, алиментов ей жалко, а чужих детей нет. А Брутян – настоящая бесстыдница, фу, какой позор. Небось Брутян надоумила Павлика, ужасное семейство, но бумеранг обязательно вернется, высказались фолловеры.